Но опасность может подстерегать не только на больших улицах и развязках, в том числе кольцевых. И два подтверждения этим словам произошли за последние сутки также в столице республики. Накануне в одном из маршрутных автобусов ребенок, сидевший на переднем сиденье, ударился о поручень. Произошло это из-за резкого торможения. По счастливой случайности ребенок не получил травмы, а сегодня произошел уже другой случай. На этот раз в одном из дворов города. Сегодня, то есть 8 ноября, был наезд на ребенка. Это ученик одной из столичных школ шел по дворовой территории, и сзади его ударила машина. По данному дорожно-транспортному происшествию проводится административное расследование.